Самаре началась долгожданная реконструкция здания бывшего кинотеатра России. Сейчас рабочие демонтируют отдельные конструкции, чтобы затем построить новые. В данный момент на объекте... На объекте по улице Чернореченская, 15, происходит демонтаж кровли, демонтаж внутренних перегородок, демонтаж дверей, окон, стен. Задняя стена будет полностью сноситься, будет построено новое сценическое пространство. Также по бокам здания будут строиться пристрои. Кровля также останется скатная у основного здания. А у пристроев она будет пологая. В здании будет располагаться Самарский молодежный драматический театр «Мастерская». В нем сделают просторный зрительный зал, холл и буфеты. Реконструкция ведется в рамках нацпроекта «Культура». Большое внимание развитию отрасли уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который является председателем комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Культура». Только за последние 3 года в Самарской области построены 2 и обновлены более 30 домов культуры. Модернизированы 3 театра. Ведется строительство здания для театра «Грань». Готовится к открытию первый в стране филиал государственной Третьяковской галереи. Завершить реконструкцию бывшего кинотеатра планируется в декабре 2024 года. Местные жители говорят, что первыми придут на спектакли. Они рады, и что здесь появляется вот такой очаг культуры. Вот. И тем более в этом году у нас проходило голосование за благоустройство территории на следующий год, в котором участвовала данная вот улица и бульвар по улице Чернореченской. И мы являемся в числе победителей, и жители с удовольствием голосовали, потому что понимали, что и бульвар новый, и новая площадка, театр – это просто это подарок, как бы судьбы какой-то. В следующем году новую жизнь подарит и бульвару, который находится рядом. Эта территория заняла 2-е место в голосовании за благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь обновят пешеходную дорожку, установят скамейки, высадят кусты и деревья. Андрей Бессонов, Светлана Тимофеева, Николай Епифанов. События.